Прикоснуться к истории и постигнуть тайны величайших изобретений теперь есть возможности у жителей Иваново. В музейно-выставочном центре открылась экспозиция, посвященная изобретениям гения науки и искусства Леонардо да Винчи. Представлено больше 50 экспонатов, от простейших устройств до сложных летательных аппаратов и машин. На них можно не только посмотреть, но и их испытать, как, например, эту катапульту. Мы видим, на центральный поворот на оси у нас закреплена катушка, канат, от которой идет на пружину, способную накапливать энергию. Здесь же мы видим, у нас закреплено древо катапульты, куда помещались снаряды, и вот такая шестерня с упором. Вот эта часть механизма еще называлась храповик. Далее солдат брал специальный взводной ворот, вставлял его в отверстие и производил взвод катапульты. Катапульта взводилась. Пружина сжималась, накапливалась энергия, а упор как раз не давал катапульте совершить выстрел самостоятельно. Когда надо было совершить выстрел, этот упор солдат выдергивал, и катапульта стреляла. Научный аттракцион дает посетителям возможность самостоятельно изучить важнейшие законы механики и физики. Леонардо да Винчи всю жизнь посвятил познанию. Он интересовался анатомией, медициной, физикой, механикой, химией, астрономией и другими науками. На выставке можно встретить макеты кранов, домкратов, автоматических молотков. Ну и, конечно, репродукции картин мастера. Леонардо, он был человеком все-таки, наверное, от науки и применял свои научные знания, в том числе и для написания картин, то есть подходил к живописи с каким-то научным подходом, с геометрией, где-то какие-то у него научные загадки или наблюдения, то есть даже в картинах он использует свои познания в геологии и так далее. У российских мастеров ушло несколько лет на изучение и переработку чертежей изобретателя. Экспонаты воссозданы с удивительной точностью. Некоторые из них удивляют размерами. Они доходят до 3 метра в высоту и ширину. Интересно будет не только детям, но и взрослым. Выставка будет интересна всем, особенно для семейного посещения. Папам, мамам и, собственно, взрослым людям, которые хотят познакомиться с личностью Леонардо да Винчи и узнать его совершенно в другом ракурсе, хотя многие считают, что он только лишь живописец. На самом деле это не так. Я думаю, что посетители выставки, придя сюда, в этом убедятся. У жителей и гостей города есть совсем немного времени, чтобы узнать секреты Леонардо да Винчи. Столичная выставка будет работать до 3 декабря. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.